Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей. Вот изо всех сил стараюсь заснять такое свое достижение. Вот, и вот это вот растение, обладательницей которого я являюсь. Это так, Стереохилус пахифилиум. И это растение, обитатель Юго-Восточной Азии. От Таиланда и там в окружающих тоже государствах его можно найти. Еще оно называется иногда Клейсостома пахифилиум. Вот как-то пытаюсь я навести фокус на вот эти вот ее замечательные цветочки. Вот, и у меня их всего два. Когда покупала, на картинке рекламной были такие длинные-длинные цветоносы, все-все-все усаженные цветочками. Но поскольку она клейсостома, то я думаю, что это должно было быть чем-то похоже вот на вот эту вот мою клейсостому. Должно было выглядеть вот так. Ну, у нас первое цветение, и у нас это выглядит сейчас вот таким вот образом. Про это растение очень мало чего известно, кроме того, что он эпифит, и информации совсем немного. Вот такие вот у него цветочки. То есть, вот видите, такая пурпурная губа, лепесточки с таким с розоватым оттенком. Вот вы видите, губа у основания, вот здесь вот видно, она белая, а на кончике, кончик вот как язычок нам показывает такой. Вот такое вот типичное вандовое растение. И ко мне оно приехало в самом начале лета. В самом начале июня. Посажено было на вот этот вот блок, потому что у меня освободился этот блок. Тогда, к сожалению, говорила я. Вот. И растюха на нем прожила все лето. Соответственно, жила она в основном вот на улице. Так. В основном на улице. Вот, соответственно, поливалась и дождями, и влажность у нее была в конце лета, и температуры перепадали туда и сюда. Вот поливалась вместе со всеми, удобрялась вместе со всеми, вырастила вот пару листочков. Вот видите, молоденькие листочки, они так очень симпатично окрашены. Фокус. Вот, очень симпатично окрашены. И вот она вот таким вот образом у нас выглядит. Цветение оказалось для меня большим сюрпризом, потому что когда мы выезжали с дачи, этого цветения еще вообще никак не было. Может, оно и было, но я не замечала. Потому что, ну вот где здесь, как здесь идет цветонос, честно, не вижу. Корни вижу, а где здесь цветонос, на котором они сидят, где его основание, возможно, я это пропустила. И вот вдруг при поливе неделю назад я вижу, что у меня здесь не только дендрик зацвел, не только моя клейсостома ариетинум, ну и еще одна клейсостома, она же стереохилус, вот начала цвести. Ну что ж, с почином нас, дай бог не в последний раз, дай бог будем сосуществовать друг с другом и увидим еще не одно цветение. Ну и впереди у нас зима, которая, говорят, обещает быть суровой, так что посмотрим, как мы будем справляться. Ну, а на сегодня у меня все. Каких-то особенных секретов по содержанию я сказать не могу. Живет пока что вместе со всеми. Ну, и вот видите, зацвела. То есть, значит, на данный момент ее все, или его, да что ж такое, все бусечка, все устраивает. Ну, вот, на сегодня у нас все. Это сегодня я и вот мой стереохилус пахифилиум или клейсостома пахифилиум. Вот, заглядывайте к нам, у нас тут еще дендрик цветет, у нас тут еще куча кого цветет. Даже некоторые в первый раз. Пока-пока.